настораживает, в принципе, тенденция наших органов, тенденции желания и стремления завершать расследование или сообщать новые факты в привязке к календарным датам. Вот сейчас есть такое подозрение, что очень хотят завершить этот судебный процесс к очередной годовщине смерти Анны Степановны. Мне кажется, это не очень правильно ни с точки зрения закона, ни с точки зрения справедливости, ни с точки зрения совести. Самое придурочное стоять, давайте попозировать. Нет. Верно, в тюрьме есть телевизор. Дело в том, что, к сожалению, вот уже второй год подряд. Вот эту же часть был где-то в течение 15 минут. Насколько я понимаю, потому что... Отойдите, 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 отойдите.